Это краткий обзор СПА-программы «Пробуждение», которая состоит из предварительного разогрева фитобочки на протяжении 15 минут. Затем на разогретую кожу с открытыми порами выполняется скрабирование. Скраб состоит из пихты, сосны, кедра, шоколадный скраб, кофейный скраб или любой другой на выбор клиента. Общее время скрабирования примерно 20-25 минут. После этого скрабирующий материал смывается посредством принятия душа. И далее выполняется общий гармонизирующий, расслабляющий массаж на протяжении 50 минут. Тихая музыка и приятные ароматы помогают полностью расслабиться и прийти в душевное равновесие. Кровь насыщается кислородом, а из организма выводятся шлаки и токсины. В результате внешний вид кожи улучшается, повышается жизненный тонус и работоспособность, улучшается настроение, исчезает скованность в суставах. СПА-программа пробуждения способствует похудению, омоложению организма и его восстановлению после стресса, физических нагрузок, травм и операций. В конце программы клиенту предлагается травяной чай и вкусные конфетки. Данное видео снято в студии массажа СПА Невада, ссылку на их инстаграм я оставлю в описании. Если видео было вам полезным и интересным, подписывайтесь на мой канал.